22 и 23 марта в городе Сочи пройдет грандиознейшее событие. Это чемпионат России и первенство России по спортивной ходьбе. Уведомляю вас о том, что 22 марта с 7 утра до 16 дня будет перекрыто движение на улице Конституции возле спорткомплекса «Спартак». Это от 55 дома по 56 дом вдоль реки.